Я вот подумал, что судя по тому, что, в общем, немного-то народу на перерыв, или он слишком долгий, вот, можно сделать как в школе, да, сорок? Оба. Да, извиняюсь, Антон, я что-то просто хотел шнур перекинуть. Да. Все можно, да? Ну так вот, в школе 45 минут концерт. Услышали? 10 минут перемена или даже 5. Вот, как, чтобы успели выскочить, заскочить, и все. И тогда и уставать меньше будут, и успевать будем больше. Вы как считаете? А 45 минут лучше или хуже? Надо подумать. Так. Ага. Ну так вот, сейчас вот все больше народу моих ровесников уходит на пенсию, причем это уже такие магикане. Если я долетал всего-то до 53 лет, то сейчас люди, которые уже в 62 года летают, в смысле, заканчивают свою летную карьеру. И вот эта тема под названием «Я тоже был», она становится актуальна все больше для большего числа вот летчиков. А и мне звонит мой товарищ, который вот недавно ушел, говорит, я, говорит, понимаешь, все тоже, говорит, такие, говорит, ощущения, я говорю, слушай, ну это надо пережить, потому что, я говорю, я-то тоже помню, как меня колбасило, когда это было. Ну, ко всему привыкаешь, свои есть плюсы. Вот, ну, а тем более, если это неизбежно, ну и все. Никуда от этого не денешься. Я тоже был, я мог, умел и знал. Я видел сверху горные вершины. И сам когда-то в небо поднимал красивые и гордые машины. Как непривычно это слово «был». Я был судов воздушным капитаном, и много лет я в небе просто жил. И был маршрут по самым разным странам. Вот снова гул турбин над головой, и я стою и молча небу внемлю. Приходит день, у каждого он свой, и мы с небес спускаемся на землю. Приходит день, у каждого он свой. Я благодарен небу и судьбе за яркий миг, за свет зари хрустальной, за то, что я сказать могу себе. Я тоже был, и вовсе не печально. Вот снова гул турбин над головой, и я стою и молча небу внемлю. Приходит день, у каждого он свой, и мы с небес спускаемся на землю. Приходит день, у каждого он свой, мы все с небес спускаемся на землю. Спасибо. Ну вот, честно скажу, что спускаться на землю
лучше всего, конечно, с диагнозом по ушам. А вот мухе не повезло. Одна насекомая муха любила по небу летать, ей в голову не приходило рабочее время считать, ей в голову не приходило полетное время считать. Инструкций она не читала и летных законов не чла, летала себе как попало, свободной птицей была. Летала себе как попало и вольной птицей была. Не шли на нее расшифровки, никто на нее не гундел, и главный начальник Марковкин претензий к ней не имел. Короче, и главный начальник Марковкин претензий к ней не имел. Не ждали ее на разборах, учебах и тех, и других, и главное, на тренажерах никто ей не парил мозги. Короче, не жизнь, а малина, короче, летай не хочу. Лишь об одном сожалела, что Блэка-то не было там, и шансов она не имела вообще никаких, списаться никак по ушам. Спасибо. А кто знает, это вот скажет, эта песня вообще грустная или веселая? Красивая работа. Ага. Через все преграды. Просто даже в слове высота слышится романтика полета. Самая красивая работа связана с желанием летать. Оглянись назад без суеты, вряд ли сможешь ты сам себе ответить строго. Кто из вас дорогу выбрал, ты или же тебя выбрала дорога? Вечно в этом слое высота будет неразгаданное что-то. Самая красивая работа связана с желанием летать.
вечно в этом слове высота. Будет недосказанное что-то, самая красивая работа, связана с желанием летать. Следующая песня на стихи Ильи Конникова, называется она «Чаще прилетайте». Зачем приходят люди эти в аэропорт, их интерес не проводить, кого не встретить, а поглядеть на сам процесс. И от прилета до отлета стоят тихонько в стороне и молча грезят о высотах, застывши будто в полусне. Обидно, что помочь не в силе я ни одной такой мечте. Доступным небо раньше было, а нынче времена не те. Но напоследок, улетая, я им по-дружески кивнул, и над избушками взмывая, райцентру крыльями качну. И там внизу неспешно кто-то пойдет с улыбкою домой, доволен тем, что был в полете, пускай не телом, но душой. А может, скажет без утайки, когда случится новый рейс, вы только чаще прилетайте, чтоб в жизни видеть на прогресс. Вы только чаще прилетайте, чтоб в жизни видеть нам прогресс. Спасибо. Еще одна премьера, романс на стихи Влады Баламут. До свидания. Называется «Как жаль, что ты мне больше не поешь». Как жаль, что ты мне больше не поешь. Что говорим, все больше про былое пространство. Обустроили жилое, одушили, обделили не за грош. Как жаль, что ты мне больше не поешь. Утрачены беспечность и азарт, с которыми мы бешено кутили по звездам.
без компаса катили, а нынче никуда уже без карт утрачены. Беспечность и азарт. Вот ты, вот я, вот фото на столе, мы выцвели и в жизни, и на фото. Любовь сменила общая забота. Как сохранить, вернее, гнездо в тепле? А ты, а я лишь фото на столе. Как жаль, что ты мне больше не поешь. И кажется, что голос твой не нужен, что главное накрыть хороший ужин, когда под вечер ты домой войдешь. Но жаль, что ты мне больше не поешь. Как жаль, что ты мне больше не поешь. Спасибо. Я, правда, забыл сказать, что это, в принципе-то, женский романс, он и стихи написаны женщиной, и хорошо бы, если бы, вот, я вот думал, его бы вспомнить, например, Татьяна Буланова или что-то в этом духе. Ну, вот как-то вот... Нет, было похоже. Было похоже, да? Хуже было. А? Хуже было. А, было бы хуже? Ну, не было. Нет, но женский роман все-таки должна петь женщина, потому что, чтобы не спутали меня там по ориентации, у меня все нормально. Ну ладно. Да. Грустную песню надо менять веселой. По облакам. Облака, облака.
Спасибо. Ну, с таким баяном песня будет беспроигрышная. А из слова песни можно опять поменять грустно. Еще одна премьера, еще одна песня на стихи Лады Баламут. Такой, еще один романс. И больше нет тех пустырей, где ни души на километры, где стелется ковыль под ветром, где от крапивных волдырей зудели руки и коленки, и солнце щурило глаза, и плыли синевые оттенки джинсовый, сизый, бирюза. А снизу бело-золотая перина высохшей травы и два худых, шалтай-болтая, средь золота и синевы. Средь золота и синевы. Спасибо. Вот. Ну и снова авиационная песня. Я в прошлом году был в гостях на аэродроме Казачья в Ставрополе. Чудесное место. Я первый раз вообще был в Ставрополе. Очень там красиво, просторно, вздорно. И вот эта вот мысль, я это говорил уже, да, Алексей Чинский, который меня приглашал, он говорит, а я вот просто очень люблю просто быть на аэродроме. Неважно, не обязательно летать там. Можно траву косить, можно матросы красить. Он недавно видео прислал, что жизнь на аэродроме — это не только полет. Что-нибудь случилось, если грусть с тоскою заглянули в дом, ты своих напастей не ищи причину, просто отправляйся на аэродром. Там на летном поле дует свежий ветер с запахом бензина и скошенной травы. Образом волшебным он дурманом этим гонит хрень любую прочь из головы. На аэродроме есть такое что-то, что от скуки лечит и от маяты, глядя, как уходят в небо самолеты. Там про все плохое забываешь ты, и на летном поле просто оторваться от всего, что давит и мешает петь. А всего-то нужно просто разбежаться и, расправив крылья, над землей взлететь. Если нет на сердце никакой кручины,
И грустить не нужно вовсе ни о чем, то тогда, конечно, просто нет причины, чтобы не поехать на аэродром, где на летном поле и простор ветер, где на летном поле дышится легко, и для кого-то места лучше нет на свете, а еще там видно очень далеко. На аэродроме дует свежий ветер с запахом бензина и скошенной травы. Образом волшебным он дурманом этим гонит хрень любую прочь из головы. Спасибо. Ну, хорошо. А чуть позже. А у вас что-то связано с Тиграном? Повсюду льет, и только над решетами. Это 225 километров от Новосибирска. Играет синью небосвод, как будто здесь заштопали. Погодка для летания класс, и коршуны парящие подскажут, где сейчас у нас потоки восходящие. Под облаком найду поток и влево становлюсь вираж, взбираясь за витком на виток, как будто на другой этаж. И отрешившись от проблем, смакую ощущения, знакомого совсем не всем, свободного парения, бесшумного и плавного, меж облаков скольжения, гигантской птицы-планера, изящного движения. И сердце радует простор, и петь, конечно, хочется, и не откажет вдруг мотор, и топливо не кончится. Своя игра, клубники собирание, и дело нет до планера, до моего летания. И помыслы твои просты, пока я был в парении, насобирать успела ты на баночку варенья. Спасибо. Давно мы не пели песни про большой такой зеленый самолет, да? Давай. Не Кузнечик.
и мелкие отличия не в счет. Все-таки зелененький совсем, как огуречек, большой такой зеленый самолет. Но все-таки зелененький совсем, как огуречек, большой такой зеленый самолет. А я на нем летаю, капитан, и сразу ясно всем, что мне везет. И мне везет, и возит он меня по разным странам, большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. Немного мест, где он ни разу не был. Работать никогда не устает. Он так же, как и я, почти не может жить без неба. Большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. В Бангкоке, в Хургаде и в Барселоне он мощный позитив с собой несет. И люди улыбаются, увидев на перроне большой такой зеленый самолет. Все люди улыбаются, увидев на перроне большой такой зеленый самолет. Приходите к нам в С7, и вам, конечно, сразу повезет. Вас повезет хоть в Арну, хоть во Францию на Сену, большой такой зеленый самолет. Хоть в Ереван, хоть в Мюнхен, хоть в Венецию, хоть в Вену, вас отвезет зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. Большой такой зеленый самолет. Спасибо. Ребят, я хочу сейчас пригласить на сцену Андрея Звягина, автора стихов про «Бортпроводника». Мне нравятся вообще его стихи, и он, к счастью, он не часто бывает, но вот сегодня такой момент, что он пришел и сейчас парочку стихотворений нам расскажет. Впервые сидя попробую. Это еще понравится. Обычно я так жестикулирую, а тут... Добрый вечер. Вадим, спасибо большое за такую возможность. Лично от себя мистика стихов Вадима Захарова. Я сейчас, ну, коротко так, чтобы сильно не напрягать. Неделю назад у меня дочка занимается триатлоном, ее сбил автобус. Ничего страшного там, ну, множественные ушибы, царапины, и через два дня выходить на соревнования. Я говорю, слушай, ну все, ну тут кожи не хватает, и вся завязанная, перевязанная. Тренер говорит, не выходи, он говорит, пап, ну ты же сам говорил, что слово «надо» сильнее, чем «хочу». Пошла и выиграла. Спасибо. И вот эта песня про стюардессу в первом отделении. У меня тоже жена бывшая стюардесса, ну мы все упорно говорим, что бывших не бывает. Вот. А, кстати, фильм «Брат 2» смотрели? Многие, наверное. Помните, в середине братья улетают в Америку, стюардесса, декларация. Вот эта моя жена снималась в фильме «Брат 2». Это те времена, когда стюардессу могли вызвать по наряду сняться в кино. Полетели. Вон ветры дороги метут,
Эти серые дни, надоевший уют, не бери ничего, сходит осень с картин. Мы успеем вернуться, покуда спит сын. Осыпаются листья, бьют в облако, но вот две старых кассеты, The Beatles, кино. Заряжай, пусть гуляют и пляшут басы. Пусть когда-нибудь это полюбит наш сын. На рассвет, на закат ветер солнца заплел, в белый сумрак берез, в окуневый котел. А большая медведица в лапах своих сына пусть покачает за нас, за двоих. Ну а мы на восьмерке с дырявой трубой пролетим над планетой по имени Цой, над звездою Маккартни косухой тряхнуть. Как же хочется что-то оттуда вернуть. Я попробую. Только ты крепче держись. Я забытые звезды верну в нашу жизнь. Ну а небо серебряную карамель нас покуда не будет, вернет в колыбель. И еще одно. Помните тот еще добрый старый фильм «Экипаж», когда Жонов вот после всего, что с ними произошло, так вот облокачивается на березу и потом устало садится на скамейку и просит у жены коньяк. Вот это выражение нашего настроения, когда мы все, ну, когда-то, кто еще летает, дай бог, многие лета, те, кто на земле, просто вспомнят это возвращение домой. Белел в небе след, будто шов, скулило блохастое эхо. Мы сели, и славный кров, ты ждал меня, вот я, приехал. Под ковриком ключ, а замок, один оборот и две трети, встречая похудевший порог. Вернулся прокуренный ветер, рычит холодильник в углу. Нет, свет не включу, мне не нужно, я сяду в любимую мглу. И вытяну ноги послушно, прижмется к стене чемодан. Обои, некрашенный плинтус, мы снова вернулись, братан. И вспомнили адрес и индекс, скучала домашняя пыль. Да что и грустить, да чего там, но тысячи, тысячи миль записаны в книгу полетов. Я буду сидеть в тишине, смотреть на костяшки клавира. Я выключу звуки извне и крепко закроюсь в квартире. Закрою себя от всего. Пусть мир не тревожит частицу. Дай Бог 28 часов и снова на небо, как птица. Спасибо. Спасибо большое, Андрей. Все-таки вот совсем другое дело слышать, когда автор читает свои стихи, вот, чем даже когда вот книгу читаешь. Ну, от первого лица оно всегда лучше. Так, ну я предваряю, значит, третье повторение просьбы. Я сейчас, да, маленько просто переставлю местами, чтобы девушка не беспокоилась. Не-не-не, про Тегеран. Это особо... А почему вы решили, что про курицу? Я пошел по Тегерану погулять, по широким шумным улицам его. На меня здесь абсолютно всем плевать, да и мне от них не нужно ничего. Бесконечными потоками машин он гудит, как будто здесь пчелиный рой. И на фоне ослепительных вершин, как гигантский муравейник под горой. А Тегеран не похож на другие города, не похож на Москву и Магадан. Отчего-то, когда прилетаю я сюда, вспоминаю всегда Бугурусла. 20 весен пролетело с той поры,
Но глаза закрою, снова вижу я городок, который звали мы Бугры, полевой аэродром и первый я. И первый мой ознакомительный полет с парашютом два прыжка и первый сам. Кто бы знал, что полетать мне повезет по таким международным адресам. А Тегеран не похож на другие города, не похож на Москву и Магадан. Отчего-то, когда прилетаю я сюда, вспоминаю всегда об Руслан. Как в Кеннеле не спеша течет вода, так и годы шли своею чередой. У девчонок, с кем гуляли мы тогда, нынче дочки с танцев не спешат домой. 28 пролетело, 20 лет. Довелось мне полетать, повидать немало стран. А сегодня из Ирана шлю привет. Может, помнишь ты меня, Бугуруслан? Тегеран не похож на другие города, не похож на Москву и Магадан. Отчего-то, когда прилетаю я сюда, вспоминаю всегда Бугуруслан. Вспоминаю всегда Бугуруслан. Вспоминаю всегда Бугуруслан. Спасибо, спасибо. Ну и, значит, продолжение дадаиранской темы. Если кто сюда приехал от тоски и ради смеха, то, признаюсь откровенно, это был совсем не я. Если честно, между нами все мы едем за деньгами, хоть у каждого программа исключительно своя. Салям, Каддафи, значит, здравствуй, до свидания. Кто в Захидании, кто в Абадане, я, и жизнь похожа на полетное задание. И все к Каддафису готовятся заранее. Здесь спокойная работа и проблем совсем немного. Здесь морально отдыхаешь от дорог и дураков. Экзотики хватает, только все надоедает. И смотаться на побывку каждый здесь всегда готов. Салям, Каддафи, значит, здравствуй, до свидания. То в Захидания, то в Абадане, я, и жизнь похожа на полетное задание. И все к Каддафису готовятся заранее. Мы летаем по Ширазам, Тегеранам и Ахвазам, зарабатываем баксы, нету времени скучать. А в далекую Россию мы увозим унитазы, чтобы дома об Иране никогда не забывать. Салям, Каддафи, значит, здравствуй, до свидания. То в Захидания, то в Абадане, я, и жизнь похожа на полетное задание. И все к Каддафису готовятся заранее. Салям, Каддафи, значит, здравствуй, до свидания. То в Захидания, то в Абадане, я, и жизнь похожа на полетное задание. И все к Каддафису готовятся заранее. И все к Каддафису готовятся заранее. Спасибо. Я вот сейчас пою и подумал, что... А вот когда эта песня сочинялась, то все было понятно. Мы летали в Иране в 90-е годы, когда здесь не было ничего, а оттуда везли и там сантехнику, кафель, электрику, мебель, в общем, ну все, короче, аппаратуру и так далее. А сейчас у нас вроде как все есть, и вот людей, которые не знают, что все это было так давно, ну, вот возник вопрос, ну вот этот вопрос я снял. Вот, то есть не только деньги там зарабатывали, но еще и... Ну, я тогда это самое нарушу. Может быть, попозже, вот если время, не время уже точно не останется. Ладно, поехали.
позови меня за собой, поделись своей судьбой. Чистый небосвод голубой прочеркнем инверсии мелом, будто в первый раз я опять понял, что живу, чтоб летать, в небо самолет поднимать. Для меня любимое дело это и не однажды, и не дважды было, и сколько раз еще случится в небо от самолетиков бумажных снова дорога чья-то устремится. Мы порой, бывает, брюзжим, трудно, мол, спланировать жизнь, ломанный дурацкий режим и ночей бессонных усталость. Но нам зато дана высота и небесная красота, географии широта, все, о чем когда-то мечталось, это и не однажды, и не дважды было, и сколько раз еще случится в небо от самолетиков бумажных снова дорога чья-то устремится. Позови в дорогу в меня, города и страны менять, ветры в вышине обгонять, над седой бескрайней равниной и опять лететь на рассвет, и оставить в небе свой след, незамысловатый сюжет с белой полоской длинной. Это и не однажды, и не дважды было, и сколько раз еще случится в небо от самолетиков бумажных снова дорога чья-то устремится. Валентина, утро, грустная картина. На перроне задубевший самолет, он не хочет запускаться, есть возможность задолбаться, и уже вспотел дрожать второй пилот. Он не хочет запускаться, есть возможность задолбаться, и уже вспотел дрожать второй пилот. День святого Валентина, вся промерзшая кабина, минус 30 за бортом и на борту, и девчонки, проводницы, отморозили ресницы и забыли про любовь и красоту. И девчонки, проводницы, отморозили ресницы и забыли про любовь и красоту. Вот ведь вышла незадача, чей-то происк, не иначе, что за гад придумал эту маяту. В Нижнем Новгороде, в Горьком, где какие-то там зорьки, замерзает на перроне лайнер ту. Замерзает на перроне лайнер ту. На зуб-зуб не попадает, организм во все страдает, и, похоже, назревает АРВИ. И как-то даже неспортивно в день святого Валентина подхватить чего-нибудь не от любви.
Но согласись, не спортивно в день Святого Валентина подхватить чего-нибудь не от любви. От такого охлаждения штурм тоже впал в смятение, и в глазах недоумение, мол, как понять, что в день Святого Валентина замерзаем коллективно, вместо того, чтоб с кем-нибудь не замерзать. В день Святого Валентина замерзаем коллективно, вместо того, чтобы алкоголь употреблять. В день Святого Валентина надо женщине мужчину, и мужчине тоже женщина нужна. А я сегодня не мужчина, ведь в день Святого Валентина нужно мне взлететь и больше не рожна. А я сегодня не мужчина, ведь в день Святого Валентина я взлететь хочу и больше никого. Наконец, с восьмой попытки, разогревшись от избытка непристойных выражений, захотел наш кормилец запуститься и со Стригина проститься, и в Москву на Домодедово взлетел. Наш кормилец запустился, с горьким городом простился, в Москву на Домодедово взлетел. Когда я домой приеду в понедельник, а не в среду, то жена меня обнимет и тогда спросит, где ты был, скотина, в день Святого Валентина, и, конечно, не поверит, как всегда. Спасибо. Тут 154-й, нашей встрече рад я, как всегда. Как здоровье, состояние, по полетному заданию, нам сегодня рейс на Краснодар. Как здоровье, состояние, по полетному заданию, нам с тобой сегодня рейс на Краснодар. Обойду неторопливо, осмотрю несуетливо фюзеляж и крылья и шасси. Все в порядке, все здоровы, и хоть ты, как я, не новый, но готов лететь и полон сил. Все в порядке, все здоровы, и хоть ты, как я, не новый, но готов лететь, готов и полон сил. Мы с тобой во многом схожи, да и судьба наша тоже, облака, приборы, привода. С одного того же года я с Авлуги, ты с завода. Помнишь, как блестели мы тогда? С одного с тобой мы года я с Авлуги, ты с завода. Помнишь, как блестело все у нас тогда? Мы немало полетали и немного подустали, и тот лоск уже не возвратить. Как жаль, какое гадство, что года мое богатство не продать нельзя, не раздарить. И как жаль, какое гадство, что года мое богатство не продать его нельзя, не раздарить. Рано на покой стремиться, порох есть, как говорится, но запал, увы, уже не тот. И красотку, проводницу, ту, что в дочке мне годится, отвезет домой второй пилот. И красотку, проводницу, ту, что в дочке мне годится, отвезет домой второй пилот. А мы сейчас с тобой взовьемся, и сквозь облачность пробьемся, и ударит солнце свет в стекло. И как
как в первый раз, когда-то вновь поймем судьбой крылатой, нам с тобою в жизни повезло. И как в первый раз, когда-то вновь поймем судьбой крылатой, нам с тобою в жизни повезло. Ба-ба-да-ба-дам, ба-ба-да-ба-дам, ба-ба-да-ба-ба-ба-дам, ба-ба-да-ба-ба-ба, ба-ба-да-ба-дам. Спасибо. Я бы самостоятельно курсанта. Да, кстати, она меня в плане тоже пропустила маленько. Да, у меня же самый первый тип, это был вертолет. Совсем один, инструктор мой свой парашют забрал. Ты не волнуйся, главное, сказал. Летать ведь это так же, как ходить. Нельзя не разучиться, не забыть. Потом, шутя, меня перекрестил и в небо выпустил. Потянул я в самый первый раз сам ручку под названием «Шагаз». И легкое волнение ощутил, и ручку управления отклонил от себя. И ни один учитель первый мой поднял меня послушно над землей. Вот так когда-то все и началось, и понеслось. Потом сменил я ручки на штурвал и много где в жизни побывал. Воздушные большие корабли водил я в разные края земли. И эту жизнь, где небо и штурвал, я на другую бы не променял. Все потому, и это не секрет, что лучше жизни просто в жизни нет. Но не забыть мне самый первый раз и ручки управления, и шагаз, и легкое волнение мое, и песню, что несущий вид поет, где ни один учитель первый мой несет меня послушно над землей. А впереди вся жизнь и солнце свет, и мне всего-то 18 лет. Судьба завалит крен, пугая случаем, а ты не бойся перемен. Бывают к лучшему, не нужно думать о плохом. В сомнениях мучиться, давай попробуем, рискнем. А вдруг получится, если нужно сделать шаг, и шансов поровну, то это только нам решать, в какую сторону. Не нужно.
о плохом. В сомнениях мучиться. Давай попробуем, рискнем. А вдруг получится? А если кто до нас не смог? Причем тут мы с тобой? Мы сможем, нам поможет Бог решить вопрос любой. Не будем думать о плохом, в сомнениях мучиться. Я знаю, если мы рискнем, у нас получится. И даже, может быть, потом смешным покажется, как ты решиться ни на что не мог отважиться. На нашу сторону весы склоняй, не мучайся. Ты только главное не с... И все получится. Давай попробуем, рискнем. И все получится. Я знаю, если мы рискнем, у нас получится. Спасибо. Я желаю, чтобы у вас все получалось. Вот август, нет банальной строчки на исходе жареного лета. Ягоды, рассыпанные точки в придорожных, высохших кветах. Пыльных лопухов прикосновения, дальних гроз воршливые раскаты. День текучий, липкий, как варенье, к вечеру стекающий в закаты. Скоро птицы этот край покинут, растворяясь с долгим криком в просень, и с издевкой нам покажет спину август, уходящий прямо в осень. Просто жить и радоваться лету, а не так-то это уж и просто. Голова забита без просвета, суетой решения вопросов, паутиной дел разнообразных, вовсе не всегда необходимых, и в переживаниях напрасных. Главное опять проходит мимо. Скоро реки теплые остынут, цифра 9 сменит цифру 8, и с усмешкой нам покажет спину август, уходящий прямо в осень. Влады Баламут первый куплет, а второй мой куплет. Ну что, друзья мои, все когда-нибудь кончается.
Вот, и я еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли. И как всегда у нас такая теплая атмосфера, душевная очень. Большое спасибо тем, кто помогал, подпевал. Ну, подпевали все, поэтому всем спасибо. И я думаю, что мы еще повторим. Сейчас, конечно, трудно загадывать. Все говорят, вот эта фраза дурацкая, да, в это тяжелое время. Ну, вот оно такое. Вот я думаю, что все у нас получится, и мы еще встретимся, как в фильме «Д'Артаньян и мушкетер». Мы встретимся, мы еще обязательно встретимся. Спасибо вам за то, что вы пришли, чтоб подарить мне этот добрый вечер, за теплоту и радость нашей встречи, за те, что вы с собою принесли, за теплоту и радость нашей встречи, за те, что вы с собою принесли. Спасибо вам за добрые слова и за мое волнение вначале, за песни, что однажды зазвучали в моей душе. За все спасибо вам, за песни, что однажды зазвучали в моей душе. За все спасибо вам, за все, что я читаю по глазам. Нет. За то, что мне не спится по ночам, когда ищу я правильное слово. За то, что петь для вас хочу я снова. За это все сто раз спасибо вам, за то, что петь для вас хочу я снова. За это все сто раз спасибо вам, за все, что я читаю по глазам, за отклик ваш, за слезы и улыбки, и за мои прощенные ошибки, и за любовь, друзья. Спасибо вам, за вами мне прощенные ошибки, и за любовь, друзья. Спасибо вам. Спасибо вам. Ну, да, по правилам. Я одну песню на бис должен спеть. Но она тоже такая, так сказать, хоровая, поэтому вы ее все знаете и помогайте. Тот, кто в нашей шкуре не был, вряд ли нас поймет. Мы живем с мечтой о небе, уж который год. Но еще одно желание мы твердим, как заклинание. Если нам порою не везет, о-о-о!
сладкая еда, есть горячая вода. Ой, хочется домой. Здесь жестокие порядки, как не горевать. Нас гоняют на зарядки, не дают поспать. За людей нас не считают, все на свете запрещают. Как по дому не затосковать. Ой, хочется домой, дружне. Ой, хочется домой. Дома нет, подъем, отбой. Дома жизнь совсем другой. Ой, хочется домой. Наша жизнь, как слишком долгий и кошмарный сон. И начальники, как волки, рвут со всех сторон. И случается, не скрою, после ужина порою слышен чей-нибудь предсмертный стон. Попаду опять туда. Ой, хочется домой. Вот, время подойдет. Вот, время подойдет. Насовсем домой вернусь и напьюсь и отосплюсь. Спасибо. До свидания. Я надеюсь, до встречи.